Ну, теперь расскажем о другом. Государственный советник Ерлан Карин вместе с помощником президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой посетили мероприятие, организованное интеллектуальным клубом «Заковат». На открытии Ерлан Карин выступил с приветствием для участников. В своем выступлении отметил он, что проект «Заковат» стал еще одним мостом, соединяющим страны и благоприятно влияющим на укрепление двусторонних культурно-гуманитарных связей. Госсоветник подчеркнул, что Казахстан и Узбекистан уверенно следуют по пути масштабных преобразований. В своем выступлении Саида Мирзиёева обратила внимание на то, что молодежь играет важную роль в созидательных процессах и выступает ключевым драйвером прогресса. Глава узбекской делегации отметила также активный политический диалог президентов Узбекистана и Казахстана, который способствует укреплению статуса Центральной Азии в качестве безопасного процветающего региона. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев всегда говорит о необходимости укоренения в обществе ценностей и установок, культ, таких как культ знаний и профессионализм. Это во многом перекликается и с идеологией игры «Заковат», которая стала ярким явлением современного Узбекистана. Можно без преувеличения сказать, что «Заковат» воплощает в себя основополагающие ценности равенства и инклюзивности. А ведь именно на них базируется любое гармоничное и справедливое общество.